Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наше путешествие по World of Warcraft. И прибыли мы с вами наконец-то в Outland. Так, кстати, а ну стоять, не улетай. 62 уровень. 61. Ага, походу где-то вот с наверное, с 60 уровня открывается возможность изучения полета. А может и нет. Так, донесение Назгрелу. Наши воины не знают себе равных, но наши позиции в этих пустошах по-прежнему ненадежны. Доложи Назгрелу, что нам нужны еще агенты вроде тебя. Если мы не сумеем отстоять здесь свои позиции, от нас не будет никакой пользы. А теперь ступай. Понял. Понял, все понял. Так, бежим дальше. Гоблин. Гоблин, иди сюда. Я служу Орде. Ты можешь себе представить это? Орки наняли меня чинить укрепление и изготавливать взрывчатку. Не работа, а мечта. Единственное, что материалов не хватает. Но умный гоблин всегда что-нибудь придумает. Помоги мне немного. А мне нужно древесина и металл, который можно найти в обломках вдоль пути славы. Отправляйся туда и собери, что сможешь. Но остерегайся краснокожих орков. Вернешься с добычей, а награде не пожалеешь. Что из награды? Ох, нифига. Оу, нацловкость на 3-4 выноску. Персик, беру. Так, о, еще один джук какой-то. Кроканский уничтожитель. Может быть, у меня он есть. О, бастиончик адского пламени. Замечательно, друзья. Может быть, сейчас мне повезет на пуху. В подземку. Ждем танка. Донесение Назгрелу. Мы уже потеряли в этих проклятых степях не одну сотню отважных солдат. Посылать тебя туда, новобранцы, все равно, что телят на бойню. Назгрел сверкает суровым взглядом из-под волчьей маски. Если уж генерал Кракорк отправил тебя ко мне, значит, он что-то в тебе разглядел. Ну что ж, что скажешь, Алариэль? Готова верой и правдой служить нашему вождю? Конечно, готова. Отлично. Улетели в данжик. И это хорошо. Так, что у нас здесь? Кто танк? О, понятно, тут, короче, все затвинкованные. Танк, вот, собственно, а не это хил стоять. Палыч хил. Друид танк. Друид ДД. И шаман Роман. Ну, отлично, понеслась. Че стоять-то ждать? Танк не спешит, давно не играл. Так, ну, замечательно. У меня нет цели. Я пока не могу прочитать это. Я, наверное, отзывать черепаху не буду, потому что мало ли что. А вдруг, если придется. Если придется танковать, то черепаха то, что нужно. Потому что жучка сразу положит. Кстати, мне тут, наверное, стоит таланты какие-то подизучить. А не, ничего мне изучать не стоит. Пока у меня на 60 уровне будет. Там вот как шпов, ты ё-моё. Перенаправление на танка. Кстати, надо, блин, макросы сделать, ибо без макросов тяжко. Хотя я, опять же, пока я по рейдам никуда не хожу, мне от этих макросов, как вы сами, друзья, видите, тут все такое жесткий изимод, что мне даже не приходится дух гепарда выключать. Все время тупо с ним бегаю. До меня даже если кто-то попробует добежать, он скорее умрет, чем добежит. Хедшот. Не могу использовать эту способность. Я пока не могу прочитать. Чуть черепашка еще там не сагрила. Но ничего. Это все мелочи. Кожа. Кожа на вынос. Нет, нам не нужна кожа на вынос. Мне надо на Агилу. Еще тут кто-то, блин, зашифровался его. И не заметил. Что там с шаманом? У меня нет цели. Это заклинание еще не готово.
Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Странный какой-то шам попался. А может быть, он просто бот? Вот ты какой, а. Опа, вот так. Что мы, короче, о, вагон хилов у нас. Как-то странно. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Очень странно. А, он, наверное, просто регался, как... И как ДД, и как хила его, наверное, забрало, как именно как ДДшника. А может быть, он простой бот, который тут фармится и все. Тоже вариант. А никуда ты уже не сбежишь, братан. Так, вот нам лучше, наверное, все-таки в этих, в колосников стрелять, ну, колос это я имею в виду, под коневым, потому что я туда валю по чувакам в латах, оно, конечно, идет тяжко. Вот это ошибка была. Это была жесткая ошибка, конечно. Причем такая крайне непростительная. Ну, ему борода, он не выстоит. Они его не выхилят. Наверное. Может и выхилят. Ага. Так, что там с моей черепахой? Понятно. Блин, бестолковые. Назад, ничтожество. Слишком просто. Странный пипец. Нахрена, говорит, если ну реал ничего ж не зачищено. Я, конечно, тоже артист. Надо было бить не этого, не босса. Можно было по мобам стрелять, но это такое. Если бы дожали, то все бы удалось. Так, ладно. Надо по присту, короче, буду пулять. Не сейчас. Еще не готово. Воскресим питомца. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это. Лечите меня! Быстро! О, это нехорошо. Это заклинание еще не готово. Так, ну я валю по всем. Ну не по всем, а по избранным, да. Опять же, ткань какая-то мочмала вывалилась. Непонятно что. Это заклинание еще не готово. У меня нет цели. Отлично.
шла черепаха в бой. Кидаю ловушку. Мне нужна цель. Да, давай, цель есть у нас. У нас тут этой цели. Черепашка. Запускаю. Не достаю. Слишком что? Далеко. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. У меня нет цели. Мне нужна цель. Ну, хоть ответила. Ловушечку. И пошел обстрел. Воу-воу. Куда там мою? А, понятно там. Черепаху мою за... Зафирили, и она, короче, сахрила. Я-то думаю, что за подстава. Теперь понятно. Так, ну и где там ДД, Пеладин? Ща палыч тут всем ставит. А ну, глянем у него. Да, там борода ща всем будет. Все покосит с такой пухой. Кстати, что у нас по золоту? 300 золота вообще на ровном месте. Буду надеяться, у меня... Хватит денег для того, чтобы выучить флай, чтобы летать. Стоять, боец, ты куда собрался? Топор. Ну, так как уже мы не носим ничего такого. Раздачи. Не, ну там что вообще жестко, походу они так его уваливают. Ну конечно не одоли. На ловушечку тебе. Перенаправление. Хотя оно и не надо. Могу прочитать это заклинание. Еще не готов. Залп. Не сейчас. Что тут получаем? Ага, ясно. Получаем урон физически на 75% меньше. Эта штука нам тоже не нужна. Кстати, о, кузня крови. Я и забыл про нее. Что падает из начальника? Из этого, ага. Стоять, так я не тот данж, походу, смотрел. Ёлки зеленые. Понятно, все прошли, один, как обычно, топорнул. Я, похоже, перепутал просто подземелье. Вот это я даю, а. Мне, похоже, нужен был данж... не бастионы, а кузня крови, наверное. Да, я перепутал с кузней крови, действительно. А у меня есть? Есть, есть возможность регаться в кузню крови. Это хорошо. Я сейчас пронесу и отправлюсь в кузню крови. Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так. Оу. Вот они, завесоны.
Вот это да. Вот это лаги. Жестяк. Это, конечно, жестячок. Пока что я не могу забрать добычу. Опять же, все то же самое. Так, а где... А где рука? Подожди. Амор. Голова Назана. Где ж рука? Так. Непонятно. Вроде никто не лутал ее. Первого? Разве? Да, чуть завтыкал я Децл, не залутал. Ну ничего. Главное, чтобы он, блин, не пропал. Ну да, но он само собой уже исчез. Блин. Засада. Ладно, а что в бастионах вообще на меня падает-то? Спина, шея, все на вынос. Жесть, тут есть хоть что на ловкость? Ну, а есть кольчушка, колечко. Да, есть, что-то есть. Ну да ладно. Мы отправляемся по квестам. И, наверное, регнемся... О, замечательно. Случайное подземелье ТБЦ, 15 косарей опыта плюс сумка, идеально. О, расскажи мне еще о нашей миссии здесь. Так, ты как-никак недавно из Азерота. Тебе лучше собраться с силами, охотница. Эти края полны опасностей, с которыми Орда прежде не сталкивалась. Янас Грел, правая рука могущественного военного вождя Трала, он поручил мне почетную задачу охранять эту храбрую экспедицию. Я клянусь всеми духами, я справлюсь. Давай истребить Пылающий Легион. Эти земли полны угроз. Но Пылающий Легион по-прежнему остается самым главным врагом экспедиции. Один из моих самых верных воинов, сержант Лабадароб, как-то изучал тактику легиона, пытался понять, что же им нужно в этих землях. Его можно найти в одном из караванов рядом с южной стеной. Будь осторожнее с легионом, Алариэль. Это нельзя... А, его нельзя зло нельзя недооценивать. Понял. Будем аккуратными. О, еще один квест. Кровь Костеглодов. Костеглоды, чтобы они все передохли. При входе... при виде их красной шкуры в моих жилах кровь вскипает от ярости. У меня к тебе дело, Ларель. Убивай орков из клана Костеглодов и собирай их подлую кровь. Наши аптекари протестируют ее и узнают, как эти орки попали под власть демонической скверны, той самой, от которой нам недавно удалось освободиться. Костеглоды. Ух ты, ё-моё. Костеглоды обитают рядом с обрушенной стеной, которая тянется к югу вдоль пути славы. После выполнения задания возвращайся ко мне. Понял? Отправляемся. Правда, не знаю куда. Куда-то отправимся сейчас. Так. Что еще? Так, истребить легион вон у нас есть.
кто-то на байке гоняет. Ну, жестко. Братан, привет. Истребить пылающий легион. Несомненно, ты видела войско легиона с воздуха, когда летела от темного портала. Лет 5 назад мы разгромили их в битве за гору Хиджал, но проклятые демоны снова ползут сюда, как тараканы. Если они хотят войны, они ее получат. У нас орков солидный счет к легиону. Что, Алариэль, рассказать тебе о наших врагах? Завершить? Сейчас я только пронесу тут данжик. И все мне предельно объяснишь. Так, ну это последний заход сюда. Хотя может быть и не последний, потому что рандомно оно. Хотя не. Все-таки я думаю последний, так как я буду ходить в кузню. И для того, чтобы пушку-то выбить себе на 61 уровень, чтобы я был готов, так сказать. Потому что... сейчас я не готов. You are not prepared. Как говорил наш старый знакомый Иллидан. Поэтому мы должны быть готовыми. Кто у нас танк? Танк Палыч. Все хорошо, значит. Он АОЕ держит. Всех мобов вообще на замечательно. Неподходящая цель. Я не могу атаковать эту цель. Ох, на черепашку мою сагрились, нехорошо. Но Палыч чётенько отреагировал. Растанет. Интеллект, да что ты будешь делать, а? Вообще шмот на меня не сыпется. Так. Пошел отстрел койотов. Вот это пронос хороший с таким танком. Кадагра, все. Сагра, все в порядке. Никто никуда не убежит. О, ты какой, гля. Увеличил урон себе на сколько-то там процентов. Давай, давай, давай. Валим их всех. Главное не забыть залутать с боссом. Кожа. Ловкость. Да что ты будешь делать? Ловкость, интеллект. Ну, ё-моё. Что, нельзя было что-то посерьезнее? Ловкость, интеллект, блин. Где там мой Турклес? Надо его прохилить. Как-то он там себя плохо чувствует. И у нас ДКшник, рыцарь смерти в ДД. Кто там пытается бежать? У нас никто не убежит, это. Это уже надо... Туртлес сюда ступить. А ну. Ой-ой-ой, это нехорошо. Так, работаю по... Даю так, так, так. Я, короче, по хилам пошел. Что? Не, на удивление даже все хорошо прошло. Я уж думал, сейчас опять получим. Ух, ну повезло. А вот, собственно, этот клинок гребаный. Вот это, да, это мне нужно. Это мне очень нужно. Yes. Я выиграл. Штанишки на 60 уровень. Отлично. Это очень круто. Камрады. Читать это задание.
Так, ну и наконец-то сдадим квест. А то я с ним все бегаю, бегаю. Ой, не туда. Я пока не могу прочитать это заклинание. Палыч, а ну что за палыч? Понятно, тоже весь затвинкован до безумия. Надо будет, если друзья будем качать кого-то нового, надо будет в обязательном порядке тоже нам такой набор себе понасобирать, ибо с ним вообще можно по красоте все тут оформлять. Тот тоже. Гильдия Короли Орды. Хотя бы, блин, с большой буквы написали. Капец просто. Так, понятно, я даю, значит, по рейнджам. Ну, ты что там за купол там хлопнул? Залп. Отлично. Даю ловушечку, прыжок. Опа. Ауешкой. Так, жезл нам нафиг не нужен. А вот по дальнему отстрел проведем. У меня нет цели. Так, есть у нас цель. Да нет. Все есть у нас. Ой, у меня черепашка умерла, походу. Призвал обратно. Не сейчас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. У меня нет цели. Опа. Прыгаем на босса. Да не погубит, я думаю. Я пока не могу использовать эту способность. Так. Но мы, да, достаточно дерзки, с этим не поспорить. Еще не готово. Я пока не могу прочитать. Надо подождать. Это... У меня нет цели. Да. Копыта Амора кто-то получил. Походу ДКшничек здесь в первый раз. Так, хоп, обошли. Аккуратненько. Туртлис. Взял. Мне нужна цель. Я пока не могу прочитать это заклинание. Нужно подойти поближе. Тут лес пошел. Да я не пойму, этот паладин прям по КД скидывает эту лужу свою. Ага. Скорее ваш господин, товарищ, склонится перед нашим народом. Это что-то ты попутал. Жесть. Ой, 60 уровень. Вот это персик. Так, что это? Небеса взывают к вам. Пришло время научиться летать. Направляйся на летную площадку, что в Агримаре. Вот это поворот. Вот это да. Интеллект, дух, ткань. Все это мне не нужно. Но, наконец-то, я смогу летать. Летать — это хорошо. Сдаем квест. Получаем шмот. Так. Что мне подойдет? Мне подойдет вот это. Мы победим. Конечно, победим. Мы тут всех победим. Одеть ожерелье.
9, ловкость, 14, вынос. Беру. И одеваю сразу. Кстати, надо отсюда сбриться. По-добру, по-здорову. О, подходим. Да ты на кого вообще напала, а? Ты, штука. Вот сходство. Ладно, не успел спасти пацака. Тут лес сюда. Давай, давай, давай. Слишком далеко. Иди сюда. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Друлька, ну поехали. Ай. Где мой пет? Скорей, 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 побежали. В каком режиме боя? Ничего не в бою. Что за херовина напала на меня? Ой, нехорошо это. Ой, вообще нехорошо. Я даже и не знаю, кого тут-то лупить. Да, и сколько мы так колупаться будем? Бесконечно. Вот это вовремя. Все, шамана тогда на слив. На. Братаны, вовремя под... Куда ты собрался, койот? Это заклинание еще не готово. Не достаю. Слишком далеко. А ну стоять. Не сейчас. Пес, а? Мне нужна цель. Лично пацаны вовремя подоспели. Блин, ну так бы до бесконечности точно валились. Так. Отходим. Улетаем. Нам надо в Огри. Поэтому пока сваливаем. Наверное, он Ку хотел мне написать. Может и нет. В любом случае надо слетать на Гримар. Что тебе нужно? Нужно изучение полета, товарищ, чтобы можно было передвигаться-то. Без ограничений. Я, правда, не уверен, хватит ли мне 300 золота. Это вопрос. Так. А еще бы... Еще бы понять, как и куда мне попадать. Лучше, наверное, через какие-то порталы прыгать или
Вот мне, допустим, надо в Outland. Как мне туда добраться? Через тот портал в Огре, я осмелюсь предположить. Так, кстати. Конкретное. О, узилище уже доступно. Давай, кузня крови и узилище. Поехали, поиск. Пускай ищет. Эх, друзья, когда-то вот здесь мы с вами бегали, били тут ящеров. По речушке этой вот тоже плавали. Вот здесь, в пристани маленькой такой останавливались, что-то делали. Кстати, совсем скоро, даже не совсем скоро, хмельной фестиваль сегодня начался, друзья. Вот так-то. А потом еще и неделя урожая. Хмельной фестиваль, это, конечно, хорошо. Вот, но я, скорее всего, на него не попадаю, потому что у меня нет персонажев сотого уровня. Я предполагаю, что там именно с сотого уровня нужно написать, узнать. Сейчас спросим. Цель, блин. Ахмельной фест сотого уровня. Так, собственно, что прибыл. Тебе нужно? Я верю, что ты можешь летать. О, я рада тебе видеть. Похоже, ты уже готова бросить вызов небесам. Помни, ты можешь приобрести летающее средство передвижения у Дракмы, которое стоит прямо за мной. Понял? Прощай. А что насчет обучения? Приветствую. Ой, 200 золота. Блин, а дальше 4К. Ни хрена себе. Ого, то это как-то многовато. Тебя колхозника здороваться не учили. Возвращайся же... с победой. Так. Ладно, с чем мы тут летать научились? Бррр, поехали. Чё он не летает? Обратитесь вверх в ОСД. Ну, а я что, не обратился? О, ё-моё, 200 золота. Вот это да. Ну что ж, хорошо, друзья, придется тогда нам с основного перса перекинуть деньжат сюда, Децл. Поговорим. Чтоб... научиться летать. Держись, вот. А на сегодня тогда, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком, оставлять ваши комментарии. Если у кого есть что сказать или предложить, с радостью рассмотрю и отвечу. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.